При всем моем уважении к моим католическим друзьям, зрителям, слушателям и сторонникам, позвольте мне объяснить, почему я не католик. Я не хотел бы сравнивать католицизм с иудаизмом совершенно, но вот что я хочу сказать. Историк Джеймс Паркис сказал, если перефразировать, что иудаизм — это не больше религия Ветхого Завета, чем католицизм — это религия Нового Завета. Другими словами, это Библия плюс традиция. Я просто не вижу этого в Писании. Я не вижу, что традиция должна играть такую роль, как она играет. И я не согласен со многими выводами традиции, например, с возвеличиванием и поклонением Марии, или с практикой мессы, или отношением к папе, и подобными вещами. Некоторые католики могут сказать, откройте третью главу первого послания к Тимофею, посмотрите, что Павел написал там. Павел говорит следующее. «Надеюсь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Для католика церковь является столпом и утверждением истины. Мое понимание таково, что церковь, через которую Бог говорит в Деяниях, это столб и утверждение истины. Истины, которая находится во Христе и в Слове. Истина в том, что написано. Потому то, что я должен делать с верованием протестантов, верованием католиков или иудеев, так это проверять их на основании Писания. Если я не вижу определенной практики в Писании, а это очень важный компонент какого-то аспекта протестантизма, католицизма или иудаизма, тогда я отвергаю это. Если есть что-то, что практикуется этими группами, и оно противоречит Писанию, я отвергаю это. Потому в конечном итоге я считаю, что исключительное и особенное утверждение католицизма противоречит тому, что ясно написано в Писании. И вот почему, если говорить вкратце, я не католик.